Сегодня мы с вами являемся свидетелями проведения традиционного чемпионата Европы по казацкому двубою. Этот чемпионат является континентальным отбором на очень крупное международное мероприятие Кубок мира, который состоится 1-2 июня в городе Белгород-Днестровск Одесской области. В данном мероприятии принимают участие 600 спортсменов из 10 стран. Поэтому город Харьков, как всегда, у нас остается в приоритете для проведения крупных международных соревнований по казацкому двубою. Как всегда, у нас появляются новые представители, очень сильные команды. Мы видим очень сильную команду, которая представлена спортсменами в каждой весовой категории. Украина представлена спортсменами из 20 областей, которые прошли отбор на Кубке Украины. Надеемся, что, как всегда, будут хорошие бои, хорошие результаты и, конечно же, хорошие результаты у наших украинских спортсменов. На сегодняшних соревнованиях приглашен в качестве судьи от Харьковской области, от Академии физической культуры и спорта. Очень приятно видеть, что в наших соревнованиях сегодня принимает большое количество участников с разных стран, с ближнего и дальнего зарубежья. Спортсмены показывают достаточно высокий уровень, бои напряженные. Всем участникам хочу пожелать успехов, побед везде и во всем. И чтобы все прошло у нас без травм. Мы приняли приглашение на чемпионат Европы по казацкому двубою. На чемпионат Европы мы из Туркмении приехали, у нас большая команда. На каждой высокой категории по одному человеку. Казанский двойбой, Туркменистан началось развиваться. С каждым больше спортсменов, атлетов. И за счет нашего Туркменистана мы добавили там азиатские, добавляются Арабские Эмираты. Дай бог, в следующий год уже будет на чемпионат мира, на Кубков мира приедут иранцы, таджики с Казахстана. Дай бог, чтобы развивался этот вид спорта. Хочу выразить благодарность Министерству спорта Украины и президенту Федерации казахского двойби Родиону Владимиру. Очень большое спасибо за приглашение на это соревнование.